Российское общество знаний и опорный вуз республики подписали соглашение о сотрудничестве. Договор укрепит работу по просветительской деятельности в нашем регионе. Помимо этого, в нашем регионе создали наблюдательный совет Марийского отделения знания. Его возглавит Юрий Зайцев. Заместителем избрали первого зампреда правительства республики Евгения Кузьмина. Российское общество знания объединяет около 13 тысяч лекторов по всей стране, представителей гуманитарных наук, естественно-научного направления, инновационной деятельности. С подписанием соглашения между обществом и опорным вузом региона в Марий усилится работа в сфере просвещения. Будут проходить лекции, конкурсы, а молодым спикерам помогут быть услышанными и найти свою аудиторию. В дальнейшем мы планируем подписать соглашение и с другими образовательными организациями, не только, и общественными организациями, и вообще расширять деятельность регионального отделения на весь, соответственно, регион. В рамках соглашения в Марий пройдет научный баттл между учеными, продолжат работать над просветительской акцией «Ученые в школу», приступят к реализации проекта «Знание театр». На важном для региона событии присутствовали федеральные кураторы Российского общества знания. Мы настроены на плотное взаимодействие, мы часто бываем в регионах округа, мы готовы откликаться на какие-то конкретные просьбы, пожелания. Вот хотим добиться такого синергетического эффекта, чтобы все-таки вот тот огромный потенциал, которым вы обладаете, которым обладает Российское общество знаний, объединились на пользу жителей. Сегодня действительно есть нам с чем прийти к людям, есть о чем вам рассказать. Есть объективная потребность, и вооружить их достоверными знаниями, в отдельных случаях трактовать те события, которые происходят сегодня со страной, вокруг нее, это тоже наша задача. Создали в регионе и наблюдательный совет. Его главная задача – обеспечить взаимодействие органов власти, общественных объединений и научных организаций в решении вопросов, связанных с развитием просветительской деятельности в Марий. Совет возглавил Юрий Зайцев. Глава региона отметил, что совместные усилия прежде всего позволят противостоять информационной войне. Наша великая история – это и есть идеология. Допускались разные трактовки, казалось бы, единой истории. А сейчас вот мы начинаем понимать, что разные трактовки истории, они не только недопустимы, но и вредны, подрывают нашу государственность, подрывают нашу идеологию. Поэтому история, она единая, она одна. Вот, и мы эту историю должны доводить до наших граждан, до нашего населения. Вот. Ну и, конечно же, где история, там и наша великая культура, и все те достижения многих и многих поколений наших предков. Сегодня наблюдательные советы общества знания работают в 20 регионах страны. Кстати, в Марий такой совещательный орган появился одним из первых в ПФО. К концу года такие советы откроются более чем в 60 регионах России.